приветствую вас, друзья! Сегодня мы готовим салат для праздничного новогоднего стола. Салат с красивым названием «Дурман» с сухариками, копченой курицей, грецким орехом и маком. Копченую курицу, грудку или окорока переберите, шкурку убираем совсем и режем филе мелким кубиком. Также нам понадобятся сухарики небольшого размера, примерно как кириешки, которые продают в пакетиках. Мы приготовим их сами, пока занимаемся салатом, сухарики будут готовы. Батон или белый хлеб режем небольшими кубиками. Сухарики выложим в форму и сбрызнем немного оливковым или растительным маслом. В сухарики добавлю паприку, чеснок и специи для курицы. Перемешиваем и отправляем в духовку. Курица у нас нарезана, осталось нарезать помидоры и яйца. Помидоры режем кубиком, семена удаляем. Семена удаляем, потому что салат у нас слоеный. Чтобы не было излишней жидкости, он хорошо держал форму и не потек. Также мелким кубиком порубим куриные яйца. Все готово для сборки салата с говорящим названием «Дурман». Копченая курица, помидоры, отварное яйцо, твердый сыр, натертый на мелкой терке, мак пищевой и грецкие орехи, которые предварительно я измельчила скалкой через пакет. Сухарики, кстати, тоже готовы. Не надо усушивать их до того состояния, когда уже некомфортно с ними справляться. Буду собирать салат через специальное мольцо. Если такого нет, можно взять обычное для выпечки разъемное. Первый слой – копченая курица с сеточкой майонеза. Затем грецкие орехи. На орехи куриные яйца. Этот слой солю и заправляю майонезом. Затем мак. Наверное, визуально вам кажется, что мака очень много. На самом деле всего 50 грамм, около 2 столовых ложек. Выкладываем помидору, которая своим соком пропитает мак. Слой с помидорами солить не буду, иначе будет слишком много жидкости. Просто заправляю майонезом. А солоноватый вкус помидоров придаст заключительный слой сыра. Правда, у нас остались с вами еще сухарики. Убираем кольцо и сухарики уже выкладываем произвольно. Хочу показать вам, как красиво салат смотрится на срезе по бокам, пока мы еще не засыпали все это сухариками. Салат получается очень сочный и вкусный. Вот такой маленький шедевр для большой компании у нас с вами получился. Ставьте лайки, подписывайтесь и хороших вам праздников, друзья!